сейчас я пытаюсь... Я не знаю, комментировать или нет, как хотите. Я буду делать так, как мне удобнее. Я боюсь испортить. Нужно, чтобы цельность соблюдалась, но здесь нету цельности. Уже нету. Если есть тонкие угольки, пожалуйста, пришлите мне почтой. Все, кто обещали мне что-то почтой прислать, все в итоге ничего не прислали. Я им скинул свои почтовые данные, может, никто так ничего не прислал. Ну, спасибо вам. Я не буду говорить, что... Когда я не держал свое слово, меня очень жестоко наказали. Забанило, блин, я в депрессии жестокой был. А когда вы не держите слово, я ничего вам... Прощаю вас. Я прощаю до 7-го. Прощаю бесконечно, короче, всех. Просто как Иисус, блин. Я не держу зла на тех, кто обещал что-то мне, не сделал вообще никакого. Я не из тех, кто... предъявляет что-то там. Вообще, о чем я говорю, я пейзаж должен рисовать. В общем, у меня проблема, я не знаю, как... Короче, я в сомнениях, как не испортить, как здесь нарисовать, потому что здесь... Здесь как бы типа посеяна пшеница, но... Она... должна быть вот такой, по идее. Но тогда она портит. Здесь злаки должны быть, но она тогда портит вид пейзажа. Капец, я не знаю, что делать. Вот я беру. Попробую просто разными оттенками, как смогу. Как душа мне подскажет. Блин, херня получается опять. Простите, ребята, я... Пожалуйста, помоги мне, Бог, сделать красивый пейзаж, чтобы его купили, чтобы я оплатил интернет и выкладывал дальше бесплатно для людей, потому что я больной человек, у меня мания выкладывать творчество бесплатно для людей. Все это время я только недавно донат поставил, и то добровольный, ну как бы добровольный донат, а все так выкладываю бесплатно. Пожалуйста, прости, что я снимаю на видео, но пусть люди увидят, как этот процесс происходит. Что это такое? Ого, аванс на картину. А, это Владимир. Спасибо тебе. Теперь я смогу оплатить интернет. Спасибо тебе. Я постараюсь. Я сейчас просто пейзаж из готики рисую. Я оплачу интернет за эти деньги и свяжусь с тобой. И посмотрю. Мне, кстати, скоро должны обещали прислать материалы. Пожалуйста, пришлите мне. А вот это он звонит. Алло. Привет, Владимир. Слышно меня? Да, слышу. Ты что, по этим подкастам смотрел? Да я, честно сказать, я, ну, слишком... Я еще толком не смотрел. Я просто...
интернет оплачу сегодня за то, что ты переслал мне. И зайду, посмотрю. Я же зарисую пейзаж из готики. Как раз. Я просто... А, по материалам? Я пока что так и не ходил, но мне обещали прислать материал. Но я могу сам купить материал. Я сейчас порисую пейзаж, чуть-чуть поиграю на гитаре и схожу в магазин. Извини, что я... Сейчас доверим. Давайте на этот, на Viber. Да у меня не получится, потому что мамы нет дома, она... А телефон у нее на работе. Я тогда с ее телефона. Я сейчас, когда плачу деньги, я на Wi-Fi. Wi-Fi в моем доме, в квартире, в другой, где я один живу. Сейчас, да. Да-да-да, слышу. Я в Железногорске. Я пока что не смотрел, там, я, блин, не выполняю обещания, извини. Если, я понял, я посмотрю магазины, схожу. Сейчас просто я хочу порисовать, пока карты немножко, и я недолго рисую. И схожу, посмотрю в магазин, посмотрю материал. Я, да, извини, я слишком... Я слишком не выполняю свои обещания, блин, прости, я действительно какой-то... Ну, я понимаю, что я плохой, плохо поступил. Я... Сегодня я... Да, да. В Красноярске я тогда куплю, если что. В Красноярске открыто, я думаю. Да, извини, я просто... Я такой человек, блин, стрёмный. Я долго... Тяну резину долго, я... Да, да. Мне тоже, кстати, вот люди не выполняют обещания, я ничего им зла не держу, но на меня зло держит вообще, меня девушка забанила, блин, вообще. Ну ладно, я понял задание, посмотрю, да, да, сегодня я посмотрю, сейчас сколько времени там, да, все, давай, и интернет оплачу, да, спасибо тебе за донат, я оплачу интернет, да, все, давай. Короче, блин. Сейчас нужно быстро. 8 минут всего лишь идет, что ли? Ну, чтобы весь пейзаж видно было. Я вот боюсь напортить. Черт возьми, я испорчу. Я даже раньше лучше рисовал эту пшеницу. Сейчас у меня просто нету тонких мелков. Ну, короче, я отмазываюсь. На самом деле, я не умею рисовать, я не держу обещания, и поэтому никто меня не любит, да, вы правы. Должен был сегодня посмотреть, магазин работает ли акриловая краска это. Короче, херня получается у меня, как видите. Даже боги плюнули на меня. Не хотят помочь мне. Помочь. Я, видите, я рисую, фигня выходит. Все испортил. Было нормально, стала какая-то фигня. Еще и запылил все. Еще и человека огорчил тем, что я не посмотрел то, что нужно. Блин. Здесь я хочу нарисовать не деревья, а хочу нарисовать дом. Я хочу нарисовать дом вот здесь. Я не хочу рисовать деревья, понимаешь? Хочу нарисовать дом. Я разучился рисовать, черт возьми. Ч-
черт побери, я разучился рисовать, я стал... Разучился рисовать, я потерял дар. Да, боги, бог, Люцифер, или Иисус, или инфернальные сущности, или кто дает дар рисовать мне лично. Тебе дает рисовать ты постоянно там рисуешь, исправляешь. А у меня мозг по-другому работает, к сожалению. Пожалуйста, простите, я хочу рисовать. Я рисую каждый день. Пожалуйста, помогите мне. Я обращаюсь к неземному миру, который я не вижу и не слышу. Прошу, помогите мне нарисовать хороший дом. У меня здесь нету коричневого мелка. Вот в чем дело. Я не знаю, что делать. Мне приходится какую-то фигню придумывать. Вот, типа, пытаюсь нарисовать дверь. Какая-то фигня выходит вместо двери. Блин. Что же делать-то? Я бездарь. Бездарь, черт возьми. Что же делать? Дом, посмотри, ну что это за дом? Какая-то чушь получилась. Полная дрянь. Это не дом, а какая-то хрень. Как вообще можно было так опуститься, чтобы настолько хреновый дом нарисовать? Для ничтожества, блин. Блин, я ничтожество, я не могу нарисовать нормальный пейзаж, порчу его. Я бездарь, неудивительно, что я никому не нужен. Но я что-то не хочу пока что сбрасывать. Я придумал пока что, чтобы комары пили мою кровь, и я постепенно ощущал приближение смерти. Но я никому не пропагандирую это. Просто моя разработка, идея такая пришла в голову. От обескровления я буду умирать постепенно там. Что это за дом, да? Бездарь какой-то нарисовал. Вот тропинка. Абсолютно бездарь. Тропинку не может прорисовать к домику. Абсолютный бездарь вообще. Блин. Чё же со мной не так? Снимает хоть? Я даже не знаю. 13 секунд сняла. Даже не вижу, что там снимает. Gothic 2, Night of the Raven. Gothic 2, Night of the Raven. Интересно, если повторять это на ютубе, это отобразится, ну, на кэши. Его это короче, это же слова начинаю забывать. Gothic 2, Night of the Raven. Raven. Gothic game. Gothic game. Gothic. Gothic. Night of the Raven. Fan art. Landscape. Landscape, fan art, Gothic 2.
Night of the Raven, Fun Art, Landscape. Fun Art, Landscape. Night of the Raven, Fun Art, Landscape, Gothic 2. This is Gothic 2, yeah. Fun Art, Landscape. Night of the Raven, Lumbermill. Если она будет пока что не очень. Lumbermill, Gothic 2, Gothic 2, Gothic 2, Ночь Ворона, Fun Art, Александр Алёнин, Fun Art по игре Gothic Ночь Ворона. Давай, чтобы на Ютубе там посмотрим. То, что когда говоришь, там типа оно отображается, типа. Или нет. Ночь Ворона, Готика 2, давай. Давай за жизнь, братан. Ни хрена не умею рисовать я, блин, братан. Потерял свой дар. Боги отвернулись от меня. Бог отвернулся от меня, кажется. Нет учителя. Меня втоптали в грязь вместо того, чтобы сказать, давайте научим его. Поможем. Нет, втоптали в грязь. Есть видео, как меня втаптывают в грязь за рисование пейзажа. Это мои дети уничтожают моих детей. Ладно, не будем о плохом сейчас. Пожалуйста, помоги нарисовать готику. Покажу, что мельницу ремонтирую, что она неисправна, как бы. Моя жизнь тоже неисправна. Блин, какая дичь получается. Вместо дождь там идет. Спасибо, братан, кто смотрит меня, поддерживает меня, кто с добром ко мне относится. Спасибо вам, кто готов защитить меня, если ко мне придут хейтеры. Но это реально, блин, мне угрозы приходят. Ну ладно, не буду жаловаться на жизнь. Приходит, нормально. Че я, блин? Может, даже это хорошо, что меня убьют. Главное, если будете бить, то бейте в висок, чтобы я умер. И чтобы не было крови, там ничего. Так вы благодарность от полиции получите местной, потому что она ненавидит меня. Ну, она считает меня главным преступником мира. Мне так прямо на ней сказали. Без всякого рофла, без всякой шутки. Сказали сегодня в полном серьезе, посмотрев на мои картины просто мрачные. В паблике Sin, Sorrow and Sadness есть паблик такой у меня. Короче, я хочу нарисовать человечка, как он чинит, но если я нарисую, то я испорчу. Вообще испорчу. Короче, полная дичь вышла вместо мельницы.
Чувствую сейчас себя получше, выпил нейролептик, наверное, поэтому лучше стал чувствовать. Еще я попил кофе и поел. Ну, хотя еда не помогает, но я чисто стал себя получше чувствовать как-то вот. Что там, записывать? Нет. 20 минут. Нифига себе, записывает. Блин, тут мешает солнце. Что делать? Что делать? Мешает тень. Тень мешает. Видишь, тень образуется. Давай я вот так поверну. Все равно тень. Ну давай же, блин. Сломанный. Он сломался у меня. Все из-за нервов. Вот так лучше держится, закрою, чтобы ветром не сдуло, не упал, чтобы этот фотоаппарат. Блин, я не вижу нифига. Видно тут, что я рисую? Вроде видно. Давай на всякий случай отключу, то он может не записаться.